Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР-ку. Так, ну что, приветик поприветствовали. Так, теперь... А теперь мы, наверное... Магнитная цепь. Дай-ка я возьму наше раллийное авто, попробуем проехать на нем и поменяем внешний вид нашего гонщика. Во! Будет у нас свиное рыло. Ну что, поехали, попробуем. Ну что это? Ё-моё, они там все с этими. С ускорителями все с какими-то. А у меня, кстати, получилось неплохо, да? Пролететь там. Замечательно. И вот оно, первое место. Что может быть лучше, чем первое место? Ну, старт, конечно, у меня вообще никакой. Так, баги. Баги мы обогнали. Ну, в принципе, я могу, наверное, сказать, что победа уже будет за нами. Вряд ли тут меня кто-то уже обгонит. Кто там сзади? Баги, да? Ехала. Окей. Ну что, у нас последний заезд. А, именно на этой гонке. Фига там. Вот они там жгут, ребят. Слава. А не подвинуться для тебя, а, парень? Когда папа едет впереди. Угу. Захотел он там бустануться. Нет, конечно. Ничегошеньки у них не вышло. Свиное рыло на первом месте. Так, привет, Рэй. Я 26к в командном событии набил. Это хорошо, что ты набил, Рэй. Так, ладно. Не будем пока отвлекаться. У нас болотистая дорога. И опять же я поеду, наверное, на раллийном нашем авто. Так, а тут тягач, ККМ-ка. Ах ты, я прям в лужу шмякнулся. Ёпрасоте, да ладно. Тут не только, ребята, в лужу шмякнулся. Я шмякнулся в низину, как видишь, и погиб. Перевернулась моя машина. Конечно, обидно. Обидно это, я бы тебе сказал, еще мягко сказано. Не надо! Твою налево, да ты что творишь ты сегодня, а? Тачка-то недоделанная, блин. У тебя крылья, ты должна была, блин, перелететь это все. Нет? Она даже не думает, ребят, перелетать это все, понимаешь? Вот чучундра, а. Да, мне, наверное, тут даже, ребята, третьего места не светит. Если честно. Ну и что, я получаю 2 очка. Тут 3, тут 4, да, я вообще не вхожу. И пришли мы обратно на самое начало. То есть как будто мы начинаем все с самого нуля. Как же все-таки мне не хватает этого нашего исцепления и буста. Так, а он там тоже с монетным ускорителем-то, ё-моё. Это что за хлыщеныш там едет? А там хлыщеныш на монетном ускорителе. Шпарит. Давай, не отставай, родной. Порхай как бабочка. Тут, по ходу дела, у нас одна всего лишь гонка будет. Трасса такая вон, затяжная, я смотрю. Что-то у меня там все повылетало, непонятно. Непонятно чего. Но я все еще еду. Я еду и лечу, и вот он финиш. Да, друзья, первое место. Это я верну сейчас на свою позицию, да? Угу. Гора смерти. Слушай, вот гора смерти. Здесь, наверное, надо
надо делать, наверное, вот так вот. Колеса, ускоритель. Да, наверное, вот лучше в Гора Смерти именно иметь вот такой состав. Хотя, может быть, и крылья бы, конечно, тут не помешали бы. И вон, чувак. Просто взял и пролетел. А мы с тобой последними. Опять же, потому что он взял себе нитро. Точнее, у него форсаж. Форсаж, конечно же. Только лишь из-за форсажа он тут мог что-то сделать. У меня там шапка, что ли, отлетела? Вот опять он за свое, что ли? Ну да, сейчас форсаж врубит. Да что с машиной-то не так-то? Твою налево, блин. Не хочет просто заезжать, и все, а. Трэш. Просто трэш, ребят, третьим приехал. Вот сколько раз говорил, нафиг мне вот эти вот гигантские ваши прыжки. Нормально? Супердизель тут прилетел. Есть, ну тут хотя бы первым. Так, итого у меня 5 очков. Второе место занял. Второе место, давай заберем награды. Так, управление в воздухе, ускоритель фляг. Кубок Сумрачной долины. Так, кубок Сумрачной долины. Так, погоди секундочку. Кубок Сумрачной долины нам, наверное, все-таки надо брать вот эту вот комбинацию на машине. Я, кстати, кубок Сумрачной долины, знаешь, на чем не пробовал проехать? На супердизеле. Как бы это выглядело, ума не приложу. Смотри-ка, я лихача обогнал. Я просто обогнал лихача. Он там что-то начал елозить и лозить перед финишем. Ну ты видел, да? В этом бревне там застрял. Ну и мы в этот момент не растерялись и бодренько прижучили его. Так, я поехал сюда. Не надо. Так, вниз, вниз, вниз. Конечно же, понизу. Идеально, ребят, идеально приехал. Ну что, два первых места. Это уже обеспеченное первое место в гонке. Давай посмотрим, что дальше у нас тут получится. Вот это, конечно, вот это вот немножко меня тут подзадержало. Я начал там кочеврижиться. Но все-таки первое место. Да, ребята, хоть у него крылья и там всякая ерунда, но мы здесь были первыми. Так, пляжный кубок. Давай-ка мы, наверное, хотя пляжный кубок тоже лучше проехаться. Именно вот этот пляжный. Пляжную гонку проехаться на нашем раллином авто. Но не я здесь такой один умный. Я смотрю, лихач тоже, ребята, взял магнит. Соответственно, у него тоже магнитный ускоритель. Но он перевернулся. Он перевернулся там где-то. Смотри-ка, он еще успел приехать третьим, правда. Но, тем не менее, мне повезло больше. Идеальный старт. За счет крыльев, ребята, за счет крыльев. Куда мы там летим? Да летим, не пойму. Бери монеты, полетели дальше. Полетели, есть, первое место. И последняя гоночка, это у нас побережье.
Так, лихач, конечно, молодец, круто там все делает. Но все равно, ребята, он фейлится, фейлится. А я занимаю первое место. Вечный зов, Фино. Все они отстали. Ну что, открываем сундук. Зимние шины, амортизаторы прыжков. Так, что за гонка у нас? Трасса Билла. Ну, трассу Билла, я думаю, тоже можно будет проехаться на раллийном авто. Ну, конечно же, как же без байка, ребят. И все скатились в днище. А мы с тобой нормально вырулили. Там он сдулся. И мотоцикл, и раллийная. Ой, и суперкар. А мотоциклист, по-моему, даже вообще разбился полностью. В труху уничтожился. Так, я вижу, мы тут с одним гладранцем ездим на монетных ускорителях. У него еще и нитро, ко всему прочему. Да, за счет форсажа только лишь выкрутился здесь. То, что он взял, успел. Точнее, не форсаж, а нитро. Нитро он успел взять, и поэтому, ребята, он бустанулся, так скажем. То есть он взял полный комплект, да, получается? Да, не получается у меня обогнать. Крылья здесь в данный момент были лишние, получается. Но там еще может быть ускоритель у него мощный. Так, я разгнал, я сейчас с этим прыг с кокерами только с ним езжу. Эта попрыгушка очень быстрая. Попрыгушка. Ну да, попрыгушка. Ну а почему бы и не быть ему попрыгушкой? Я знаю, что это амортизаторы. Что это прокачанные амортизаторы, поэтому прыгать. Но я, ребята, честно говоря, у меня не получается на них нормально прыгать. Потому что амортизаторов у меня нормально не прокачанных нету. Ну, смотри, здесь как идеально получается у нас. Просто шикарно едем. Блин, вот этот, конечно, впендрючился, а сзади формула. А сзади, друзья мои, формула едет. А тут что, получается две гонки, да, скорее всего? Давай поедем понизу. Две или одна все-таки гонок? По-моему, одна получается. Слишком долгая трасса. Да, была одна гонка. Ну вот, 30 кристаллов я забираю. Так, что там опять? Молодцы. Так, ну что, а я еду дальше. У нас забытое шоссе. Слушай, а если я, например, здесь уберу, ну, сделаю чисто вот тут вот. Возьму, например, так, так и вот так. Кстати, я могу еще и доделать магнит и прокачать. Вот. Давай попробуем на магнитах, нитро и монетных ускорителях. Чисто на них прокатиться. Посмотрим, что из этого всего может у нас получиться. Это что сейчас было? Это что было сейчас, твою налево, я спрашиваю тебя? Я в шоке, ребята. Если мы так будем дальше дурачка валять, то извини меня.
Ничего хорошего у нас из этого не выйдет. Фига себе, он взял, просто меня просто подставил. Впендрючился он, понимаешь ли, носом. Благо, первое место все-таки мы заработали. Фабричный кубок. Не буду ничего менять тебе, никаких крыльев. Также поеду на форсажи, ускорители. Так. Шикарно. Все, ребят, первое место. Но это только начало. Расслабляться еще пока рано. Какой же это идеальный старт, если ты, блин, не бустишься, а? Вот скажи мне на милость. Мы там с одной роликой из-за места. Давай. Есть. Фью. Какого лишего? Как он меня там мог обогнать? Ну, почти обогнал, ребят. Если бы чуточку где-то задержался бы, то ролейное авто меня бы просто вздрючило бы. Вот и все. Не знаю. Че тут чудим? ККМ-ка. Да нет, никаких ККМ-ок. Конечно же, ребят. Ну какой? Ну какая может быть ККМ-ка? Восхитительные диверсии. Прям такие уж восхитительные диверсии. Так, я помню. Йо, ты куда так... Куда ты так подпрыгиваешь-то постоянно-то? Твою хромоножку, а? И зачем вот такое тут надо было делать? Прыжок гигантский. Ребята, в первый раз за фиг знает сколько долгое время мы первую трассу и не разбились. Обычно мы ее всегда проходим смертью храбрых. Ну, то есть мы разбиваемся просто-напросто в хламину. А тут, надо же, нам повезло. И я не разбился даже ни разику. Пускай он там наверх идет, а мы пойдем вниз. Слушай, он там все равно что-то чудит. Не в первой трассе погиб, так вон на второй. И причем так нелепо. Ё-моё, так нелепо погибнуть. Просто при прыжке свернул себе шею, мужичок, вот и все. Вот что я тебе хочу сказать. Слушай, достала меня вот эта вот фигня, которая там едет. Да езжай ты вниз-то, ёп. У меня слов нету, а. Ну, молодец, блин, приехал. Каким? Третьим? Зашибись. Покатался, называется. Я в шоке, блин. Ехал просто, как я не знаю кто. О. Это тут еще откуда взялся? Монстр трак или кто ты, что ты? Он на своих колесах, конечно, ему по барабану на все, да? Ну, тут он, по-моему, не вписался, ни шиша. Поэтому зашибись. Он там где-то отстал и тут обгнал. Слушай, я вот такую машину почему-то не видел в покупках, кстати. Где они вообще берут вот эту тачку? Она чем-то напоминает мне супердизель. Ну, наверное. Так, да-да-да-да-да-да-да. Мы потому что здесь обычно... Пипец какой-то. Твин, и тут надо было обделаться. Тут надо было просто обделаться на финише. Ну, ё-моё. Да поехали вниз давай тогда уж. Поехали вниз. Так, замечательно, первое место, все. Какие-то 33 тысячи кубков, блин. Не можем взять.
Так, дай-ка я возьму, попробую здесь на супердизеле. Рычит машина. Какая-то ерунда, ребят, меня обгоняет. Пытается обогнать на крыльях. Но не вышло ничего. Вот ралли ему авто убрать бы, вот эту вот прыгучесть ее, и цены бы не было бы. Да прыгучесть порой очень раздражает. Как это, знаешь, как желейка. Прыгаешь с кочку на кочке. Но она очень прыгучая, конечно. Так. Перепрыгни, пожалуйста, а то... Все, ребят. Супердизель справился. Здесь очень даже хорошо. Жить. Так, что там у нас опять? Так, видос снимаешь? Нет, он не снимает. Так, я помню, у него ралли падало, как мешок картошки. И разбивалось. У меня так же. Как мешок картошки. Так, ладно. Путешествие на пальцах. Ну, давай возьмем багги. Давно ее не было у нас. Давай, родной. Такс. Вытягивай этот пригорок. Замечательно. Слушай, Баки здесь хорошо себя проявила. Детский бассейн. По идеалочке стартанули. Блин. То, что вода, конечно, это бесит. Самый умный, что ли, захотел там, ага. Опа-на. Думал, сейчас все-таки меня обгонят. Нет, не вышло ничего. Так, дизель, вали нафиг. Не нервируй меня, муля. Как-то батик еще тут лезет, блин. О, вот батику так не дано сделать. Перелететь. А рычку дано. Так, я ненавижу воду. Твою налево. Че, попробуем на такой комбинации раллийным авто проехаться. Я ненавижу воду всеми фибрами души. Тупизм первой категории, ребята, был. Просто тупизм. С какого фига ты, блин, без крыльев впендрючился в скалу? Объясните мне, пожалуйста. Он издевается надо мной. Моя машина просто надо мной издевается, ты понимаешь? Ну, здесь хотя бы, слава богу, нормально получилось все. Без каких-то там эксцессов. Давай сразу сюда заныриваем. И полетели. Так, притянули. Ёк-мокрёк, я уже думал, сейчас опять впендрючимся. Нет, ребят, все прошло как нельзя хорошо. Но, тем не менее, почему-то у меня третье место в
Второе, точнее, второе. Так, что там за гонка у нас будет? Весенний город. День чудесный. Поехали. Дальний путь написали нам. Мы едем с тобой в дальний путь. Так, это что, тоже на монетном ускорителе, что ли, шпарит? Не пойму, да? Он на монетном ускорителе. И тоже, ребята, у него нитро. Я офигею, я пытался, ребят, как мог. Сжал себе все, что можно было выжать, но, видишь, не вышло. Так, посмотрим, что у нас получится здесь. Ну, тут вроде бы все оки-доки. Да, ребят, первое место. Но тут не забывай 4 гонки. Так что радоваться пока еще рано. На попрыгульках. Думаю, чем проблема-то, блин? Этот чувак решил попрыгать первым. Хе-хе-хе. Иди и прыгай дальше в туалете где-нибудь, чтобы глаза мои тебя не видели. Туалетный попрыгунчик. Так теперь ты будешь называться у меня. Так, мотоциклист опять тут первым, а? Мрика. Я бы сказал, не Мрика, а Умрика лучше. Я доказал, что я лучше этого Мрики. Шимпанзе. Так, что там опять ребята пишут? Спасибо тебе, что ты записываешь для нас видосики. Большое, ага. Так, а вот мне пришла идея на лето заниматься спортом. Вот придумал. А до убийства один лучше. Два убийства до... Два, и так далее. Молодец, кстати. Одобряю. Точнее, один раз разбился, а один раз отжимаюсь. Ну, все правильно. Я сливаюсь где-то раз в 50 за день. Вот 50 отжиманий делай. Как говорится, совместишь полезное с приятным. Насчет приятности вряд ли. Но полезное это точно. Так, ну что, ребята, Кубок Федерации у меня идет далее. Кубок Федерации. И... Ладно, не будем изменять традициям. Кубок Федерации будем проходить на нашем раллийном авто. Я немножко не понял, это что за баги такая? Едет. Зашибись. Нафиг я вот в воду-то упал. Ой-ой-ой-ой-ой, это же... Надо же, проехал, твою налево. Обычно мы тут врезаемся, потом падаем в воду, там выкарабкиваемся, через 3-9 погибели. А тут, смотри-ка, все отлично прошло, прошло, и я доволен как удав. Вот крыльев нет, вот крыльев тут как раз-то, друзья мои, и не хватает. Кто на что там гораст? Кто там баги? Опять ты тут, а? Ю-ху! Все. Непобедимый рейчик. Заметь, как меняется мое настроение, да? Когда я проигрываю, я злой, бубню, что-то. Как только я выигрываю, все, сразу же гнев на милость переходит у меня. Оп. Зашибись. И горючий еще там схватил. Ну, лови его. Канистр где-то там сзади осталось. Так, ну что, а вот практически, ребята, и 33 тысячи кубков у нас. Осталась, наверное, гонка другая, и все. Дэйв Стояк. Как он назвался? Дэйв Стояк.
Дэйв Стояк. Кто-то там... Тихо. Хорошо, как идем, смотри. Как плавно мы там пролетели. Так, а при чем здесь квадроцикл? Вот ты мне объясни. Квадроцикл написали. Это так трасса называется. Ай, да, друзья мои. Лапушка прогнал, конечно, лапушка. Вот зачем это надо было делать, а? Кто-то, ребята, подбился на этом, на выскочке. Дэйв Стояк. Да не стояк, а лежак у тебя на полшестого. Давай далее двигаться. Так, опять этот гизмо тут. Опять тут гизмо. Оп. Я вниз, ребята. У меня все нормуль, все под контролем. Вот и финиш. Тит-тирит-тирит. Скелет с мусорной баком на голове танцует. 100 плюс роликов, точнее, дофига. Ну да. Есть такое дело. Так, ладно, ребят. Кубок езды по ухабам. Подожди-ка, по ухабам. Тут, наверное, все-таки лучше взять нам мой супер дизель. Он у нас тут мастер по ухабам ездить. Насколько я помню. Вот и все. Ёшка-орла. Ёшка-орла. Ухабистая дорога. То гонка по ухабам, то теперь ухабистая дорога, да? Не-не-не-не-не, там... Как он на этой писюндре может вообще что-то делать, я не понимаю. А? Хлыщеныш. Как на своей... Ой, кстати, вот тут, ребята, можно... Вот моя машина здесь может разбиться. Невзначай. Это что там, тягач, что ли, сзади? Ну да, ёшкарла. Ну, ёшкарла пока отдохнет. Ладно, всем, я пошел. Пока. Так, ну что, нам нужно проехать тоннели. Тоннели. На раллийном авто поедем по этим тоннелям. Дат. Уж не знаю, насколько я правильно это сделал. Но получилось перепрыгнуть, как ты видишь. Есть. А там еще тягач. Развалюха это едет. Фига там ККМ-ку разнесло. Я немножко в шоке, что даже тягач не смог перепрыгнуть. Опа, ты видел, как я вписался? Идеальным образом. В маленькую такую расщелинку залетел. На камнях. На камнях. Мандрейк, куда, блин, спешишь? Да чё ты... Вот это да, ребята. Толкнул, блин, камень. У меня какая-то машина, блин, я не знаю. Она везде лезет. То что-нибудь ей надо толкнуть. То что-нибудь примять, блин. Четвертый. Ну, по итогу все равно же первый. В
Каждый валун ей надо врезаться. Я просто в шоке, ребят. Я просто в шоке от моей машины. Так, Мустафа, ну вот куда ты вот? Ну, Мустафа, ну подожди меня, пожалуйста. У тебя турбина там какая козырная, я смотрю, да? Ай, Мустафа, какая у тебя там козырная турбина. Но не помогла она тебе. Сдулся ты? Вот что я тебе скажу, парень. Сдулся потихонечку, так. Отлично. Практически не потерял скорости. Замедлился сразу на монетках, выровнялся. Все шикарно. Я лечу. Пумс. Нормально. The best from west. Ну что, ребята, плавные кривые. Ну какой же это, блин, идеальный старт. Так, Йорди этот еще тут ёрничает. Йорди, Мустафа. Видишь, как мы с тобой лихенько. Вот и все. Вот, ребята, и получаем мы нашу награду. Именно, сколько там, 33 тысячи кубков. Это деталь управления в воздухе. Это у нас для мотоцикла. Пока, блин, все на улицу орут. Ночь на дворе, они орут. Харе, мне твой рекорд в гонке попался. Так, все, ребята, и я пошел. Я ушел. Да. Так, сыграю сейчас еще вот здесь вот. Ну, сам понимаешь, да? Ехать на Буране, который не прокачанный. Это... Ой-ой-ой-ой-ой, это жесть. Как его трясет, а? Ой, ой, все, все, японский сальто. Японский фляг, короче, на дорожку сделал. Так, а что событие? А, ну, несчастно, через 14 часов. Ну что, друзья, тогда я на этом буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.